Совсем скоро в нашем городе пройдут первые старты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых сможет принять участие и взрослое население Угличского района. И в этом смысле акция «Проверь себя», где каждый желающий мог оценить свои возможности в сдаче норм ГТО, оказалась как нельзя кстати в день Угличского полумарафона. Организаторы очень ответственно подошли к акции. Красочные плакаты, штендеры с нормативами для всех возрастов, снаряды для сдачи норм ГТО просто притягивали к себе желающих испытать себя. Высоко оценил подготовку в нашем городе посол ГТО в Ярославской области, олимпийский чемпион по волейболу Александр Соколов. Впечатление прекрасное, потому что очень много народу, да, и все бегают, и здесь сдают ГТО, то есть и погода хорошая. А как получилось, что вы стали послом ГТО по Ярославской области? Как это вообще случилось? Расскажите. Было несколько кандидатов, мне позвонили из нашего Ярославского комитета спорта, сказали, что как бы, есть возможность такая вот стать послом ГТО от Ярославской области. Ну, я согласился. Вы знаете, да, что наша область в пилотном проекте, и в Угличе работа по привлечению и молодежи, и взрослого населения ведется весьма активно. Сегодня в акции «Проверь себя» 6 мест, где можно сдать тесты, сдать испытания, сдать нормативы нового комплекса ГТО. Как вы вообще оцените? Вот в основном все-таки здесь дети, взрослых маловато. В целом, как вы оцените? Ну, в принципе, все хорошо, потому что взрослые, наверное, больше заняты все-таки сейчас на беге, да, сейчас вот основные две дистанции как раз пошли. А то, что очень много детей, это наоборот хорошо, потому что, ну, в первую очередь, наверное, для них это все и задумывалось, да, весь этот комплекс, чтобы с молодых лет вот приучать к этому. Вы знаете, очень многие люди, которые еще в советское время сдавали нормы комплекса тогдашнего ГТО, очень переживают за то, что, как и в те годы, может стать это простой формальностью, то есть погонятся за значками, как говорится, погонятся за результатами, за показателями и может свести на нет саму идею. Что вы можете на это сказать? Ну нет, я не думаю, да, ведь чтобы погнаться за теми же значками, надо какой-то определенной формы иметь. И чем больше людей будет получать значки различного достоинства, да, знак, тем, наверное, лучше. Для этого все и задумывалось, все это движение, чтобы оздоровить нацию. Александр, вы пробежали сейчас трешечку, да? Да, я 3 километра. Ну и как вообще? Как трасса, как народ, как ощущения, как переживания? Ну, трасса мне понравилась, потому что на финиш так немножко под горочку, да, найдет полегче чуть бежать, и в принципе все понравилось. В предсезонной подготовке волейболисты используют именно 3 километра? Ну, у нас используются кроссы, да, но, если честно, не думаю, что там 3 километра, там побольше. Все-таки нет, поменьше, потому что бег в основном это так, как разминка какая-то используется, потому что в волейболе нет таких длинных забегов, там максимум может, метров на 10, да, надо побежать и ускориться. Что вы хотите пожелать всем тем, кто собрал сегодня в Угличе почти 2000 спортсменов, 1740 с небольшим участвуют и в забеге, ну и угличан здесь, наверное, больше 1000, вы пришли норму ГТО сдавать, бег, что вы хотите им пожелать? Ну, всем пожелать удачи, да, всем достичь то, чего, ради чего каждый сюда пришел, наверное. Спасибо большое, спасибо. Сам Александр под аплодисменты собравшихся выполнил прыжок с места, наклон вперед и поднимание туловища из положения лежа. Думаю, не надо заострять внимание на факте, что все эти упражнения он сдал на золотой знак ГТО. Акция «Проверь себя» прошла на ура. А пробный шар в ФСК ГТО в нашем городе дает основание ждать успешной сдачи нормативов уже в самом скором времени.